Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и в сегодняшнем коротком видео открываем подарок от Артема. Артем, спасибо тебе большое, что ты прислал подарочек. Я знаю, что у тебя нет особых возможностей донатить в игру, но факт того, что ты прислал этот подарок, говорит мне о том, что ты сделал это от чистого сердца и просто для того, чтобы сделать неприятным. Поэтому еще раз огромное тебе спасибо. И, ребят, главное не размер подарка, а, в принципе, само проявление внимания. Я почему зашел сюда? Потому что здесь у меня 2280 вот этих вот условных единиц, и моя цель — это все-таки попытаться забрать себе Свиндлера, в идеале, конечно, в максимальной его комплектации, и каждый подарочек, который ко мне прилетает, это дополнительный вклад в прохождение мной вот этой вот цепочки. Так что, Артемка, двойное тебе спасибо, за то, что ты не просто подарок прислал, а еще и даешь возможность забрать себе классную тачку с довольно прикольной системой дозарядки магазина. Ну что, ребят, открываем подарок, что бы там ни лежало, я уже безумно счастлив и благодарен. Открываем, смотрим, что там. Но... класс! Спасибо тебе большое. 250 голды падают в копилку, а 195 сниппетов приближают меня. Пускай даже понемножку, по крупице, но приближают меня к заветной машине 8 уровня, которая есть сейчас в сезоне 3 противостояния. Я побежал снимать следующее видео специально для вас. А вам, друзья мои, всегда... всегда ценить подарки не по ценнику, который на них нацеплен, а по тому, от кого этот подарок пришел и с какими эмоциями был вам дарован. Спасибо большое всем за просмотр. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствие. Пока-пока.